В Актау прошла фотовыставка «Ельбасы и Мангыстау», приуроченная ко дню первого президента. Посетителям представили 77 фотографий, собранных за 27 лет, где запечатлены визиты президента в Мангыстаускую область в разные годы. Автор выставки – известный в регионе фотограф Серик Маймеров. Экспозиция начинается с первого визита Нурсултана Назарбаева в Мангыстау в 1992 году. Каждый визит президента очень важен для нас. И если у каждого жителя области такие моменты сохранились в памяти, то у Серика Маймерова в фотографиях. Очень интересно их было посмотреть и вспомнить все заново.